городе утром, как всегда, я желаю победы. Ай, братаны, бутылочки, стаканчики, все со стола. Я с ними против прощения, братаны. Ну, я и братаны, и игрок. Я хочу начать с признания. Я игрок красный. Вам всем должно стать легче. Еще есть человек, который достали такую красную карту со мной. Вы должны просто понимать, что я красный, вам как бы уже на версию это меньше искать. Ну, типа, я думаю, что самое нормальное буду сделать. Просто признаю, что я красный. Я, ну, то есть я вас не обманываю. Просто запомните, что я красный игрок. Я плюс-минус, но не по выигрываю игры. 6 побед у меня. Из них 4 красных. Так что гроссмейстер мафии выпал вот так. Можно доверять тому, что он одержал. Это красный, во-вторых, ну, как бы определенный успех есть. Ну, да, или называют 4 номера, где 3 черных, или называют 3 номера, где 2 черных. Главное, чтобы тот красный не обвалился. Ну, эмпатически это было достаточно неплохо для какой-то чести, мне кажется. Могу ошибаться. Вернись, пожалуйста, немножко. Блин, прикольно, давно никого пригласил. Интересная вещь, мне кажется, интересно. Хочу немножко сказать, с какому году я пришел. Мне кажется, что мне нужно играть с людьми в команде, если я буду на команду турнира, и с теми, с которыми я хочу играть на момент. То есть постараюсь вернуться в ту кондицию, где я смогу быть презентабельным для того, чтобы играть в команде с Костелином Ситро. Это та мысль, которая во мне была. Я сейчас не с ним в команде, да, долгое время был с ним в команде, но теперь мне кажется, что мне даже немножко стыдно за то, если я просился и так далее. Поэтому попытаюсь поднять свой уровень игры. Это целое, это то, что было у меня после прошлой игры, потому что она была очень хорошая для меня. И то, что было до момента, когда я не проснулся. Первый игрок, я обычно играю в какие-то доверительные вещи, для меня это больше... Ну, я чаще, мне кажется, так как говорят красные игроки, это то, что я заметил. Поэтому я бы первым скорее сыграл. Для меня, что важно будет, первый игрок, который мы играли, он достаточно агрессивно играл против... И достаточно против черных игроков. Если он будет продолжать это делать, то не будут ходить мне на первого красного. Ну, три ваши минуты. Смотрите. Мне кажется, 1-2, двух красных игроков нет. Я не знаю, кто там конкретно черный, но чисто позиционно, наверное, второй, потому что он сказал, что первый игрок красный. Ну, то есть, он, знаете, говорит, что он красный, и при этом говорит авансом красный. Ну, то есть, если он будет, это хорошо. Если что, он это сделал хорошо, но у него нет такого, что сейчас игрок номер один сказал это и это, поэтому первый игрок красный. То есть, вот этого рассуждения не было конкретно. То есть, красный игрок номер один за конкретное действие на данный момент. То есть, он говорит, он красный, и объясняет действие, он красный за то, что он будет делать в будущем. Ну, у меня так это в голове. Поэтому 1-2, не 2 красных игрока, позиционно первый красный, наверное, вы подозрительно. Я объяснил то, что вы подозрительно, чтобы вы понимали. Вот. То есть, это же нет такого, что... То есть, ничего, просто подозрительно. Я. Номер 4, ваше мнение. Давайте сначала послушаем, как-то вы так меня слишком очень сильно разжевали, что будет там в будущем, это просто как прошлые игры, просто Вторую мировую разговаривать, мне понравится, я вам это не буду с ним играть. 1-2 играю. Кто у вас гроссмейстер? Я вот это слово уже второй раз уже здесь, вы гроссмейстер? Ну, вот, впечатлением уже. Не, ну просто до этого тоже было, я что-то не понял, когда мы с вами играли, когда меня сразу выкупили. У меня, смотрите, у меня сегодня рекорд вообще. Я сегодня уже 6-ю игру подряд играю в мафию. Это для меня вообще это очень-очень много. Просто мне... В жизни 6-ю играете? Зачем вы фоллоу набираете? Нет, в турнире. Спасибо. Что вы мне хотите сказать? Потом у вас будет время, скажете. Меня проверить, не надо меня. Мне сейчас выпало, наконец-то, опять красная, спокойная карта. Хочу поиграть в красные карты, помочь городу как-нибудь, хотя в голове у меня уже каша после столько много фильмов. Бори, номер 5. Так, всем привет, мой ник Челябин, город Берлин, команда Амстердам. Вас выгнали из Амстердама, меня взяли туда. Вот, значит, сейчас случайно тут оказался, по объявлению можно сказать. Значит, что могу сказать? Первая игра за, помню, сколько недель у меня.
Вот, значит, мне показалось, что вторую игру не черный, зато как он там поговорил про то, что хочет быть в команде с 22 и так далее. Мне это как-то, ну не знаю, меня это пока купило. Вот. Вы 2-3 хотите побелиться и поговорить? Mm-hmm. Отлично, выставляю 2, выставляю 3-го игрока. Пусто пили 2-3 игроков. 10 секунд. Ну не знаю, мне пока второй игрок не сильно черный, и может быть третий ошибается, может быть между 1-2 мне четвертый не очень понравился, как там Борза так 1-2 сыграл. Ну может они там вместе красный, и но красный. И у вас вари, примяна, Миша. Смотрите, ребята, значит, я начну с того, что для меня важно вам донести. У меня было до этого две шейские игры, полидольные, после одной из них случился конфликт. Короче, я не сейчас, я не в себе, эмоционал, не знаю, там лицепал, не лицепал, найдете, не найдете. Я, когда красный, слышу людей, которые говорят, я не люблю, там, не ходите меня по эмоционалу, или вы сейчас меня не найдете яростно. Это часто мафы, я часто против игроков играю. Это информация, сумма, которую я должен до вас донести, потому что... Вот. Значит, смотрите. Я не знаю, найду я мафов или нет, я буду стараться. Мне кажется, мне до 30 секунд назад казалось, что третий игрок, игрок красный, потому что... Не за сложность аргумента под вами, я не люблю сложные аргументы, когда он ну, развернулся ко второму игроку и говорит, я тебя, вот, это личное обращение, за это посчитал он больше красным, потом, когда 30 секунд назад вы показали, что вы хотите пилиться, вы всегда показываете, что вы будете ломать слома. Поэтому не уверен сейчас. Ну, вы хотите пилиться 2-3, но вы должны бояться слома, вы всегда против этого, я этого сейчас пока не понимаю, надо подумать. Мне кажется, казалось, что вы игрок красный, мне хотелось играть 3-4, несмотря на то, что вы ну, отправили у него проверку, мне кажется, 4-3. Но когда вы попросили у него проверку слова, мне не надо проверять, я не сделал это по-красному. И я не ну, 5-го была самая нормальная лица. Мяна, Марсимаш. Так же с 1-2 вроде. Вы считаете, вы правы. Нет, нет, вы можете... Ну, 3-4-5, я понял, ставится 3-4-5. Окей, это нормально. Давайте я просто расскажу, что я думал. Один открыл стол, сказал, что он красный. Он может быть черным? Может. Два сказал неплохую речь. Может быть черным? Может. Правильно? Поэтому, нет, подождите, можно я говорю? Вы покажете свою позицию где-то там. Просто, чтобы мы нашли ваш цвет. А, три имел право поискать среди 1-2 черных? Имел, на мой взгляд. Ну, в целом, по вашим речам, потому как вы анализировали речь, мне кажется, он имел право это сделать. А мне, честно, дальше легкость, которой 4 взял 1-2, немного не зашла все-таки, потому что он может быть красный игрок, вы его окрасняете, возможно, он красный игрок, просто я не знаю его цвет, я как бы не могу. Хорошо, вы с ним поиграли. А, 5 тоже очень легко взял. Я честно, я не вижу трех черных среди 1-2-3, скажем так. Я не вижу здесь двойки черных. А, пока что я жду вашей позиции, чтобы определить, с кем поиграть. Рио как-то очень агрессивно играет. Мне кажется, когда вы красный, вы чуть спокойней. И у вас Бори. Так, доброе утро. Прекрасно. Я понимаю, сколько игр Жигул на этом турнире играл, он все время одинаково вот играет. Неважно, я только красный, кстати, его видел. Я чего подозреваю немного второго. То есть речь хорошая, все хорошо у вас, но, допустим, если вы красный игрок, потенциально первый может быть черным, да, а вы даете ему, например, подсказку, чтобы он играл агрессивно. Нет, я не говорю, что я из пары 1-2, мне второй вот этим не понравился просто. Вот. Поэтому да, я согласен, что третий мог покопать 1-2. Мне просто. Пятая нормальная вещь, я согласен, но просто с той легкостью, как он сразу выставил второго, вот это мне не сильно понравилось. Вот. Не понравилось, как седьмой. То есть я думаю, 6-7 вместе красные игроки. Вот мое такое мнение. Ведь на эти цвета я пока опираюсь. 10 секунд. А? То, ну, между 1-2, я думаю, есть черный. Я просто не слышал еще речи первого. С кем поиграл седьмой игрок, можешь просто сказать. Я говорю отдельно, что мне они нравятся. Да, это не позиционно, я считаю 6-7 красными. И у вас вари, номер 9 ваш. Кстати, во-первых, мне кажется, что может быть слом. Я не уверен, что между вами вообще есть. Слушай, мы просто так фолы тратим, мы можем поговорить без фолов. И второй фол. Вы вдвоем, в смысле? Какая необходимость в этом? Я не понимаю. Вы поговорите, вы боитесь, что второй может быть черным? И он типа с ним все играют? Он скажет еще речь потом. Так хорошо, погоди, где в конце речи, если что, выставлю? Мне кажется, 1, 2, 3, мало черных игроков. Мне кажется, что
Игрок номер 5 подозрительный, потому что сказал, объяснял, почему, что ему понравилось в речи игрока номер 2, как только 3 попустил выстрелить 2. Он моментально выстрелил 2, даже не засомневался, сказал, второго не буду выстрелять, не было такого, поэтому это подозрительно. Что и после этого сказал, ох, 5, да, вот это нормальный риск, был самый нормальный риск для себя, сказал, это был игрок номер 5, который сыграл с игроками 1-2, а вам кажется, что красный 3-4. Но 5 сказал самую нормальную речь. Поэтому подозрительный 6. Вот. 8 на самом деле мне показалось, что он красный. Он сказал, что красный 6-7 именно вместе. Вот. И я даже не знаю, что, как сплясать. Не собирай 3. 3 принято. У нас же первое, второе остальное, значит, 3 по 7. Голосует 2, правильно? 1, 2, 3, 9, 10 я играю. У меня впервые с Франклином абсолютно совпали акценты. Мне не понравилось то, что четвертый сыграл только 1-2, и третий посчитал скорее красным игроком. Потому как 2-3 хотят, ну, не против пилиться, я считаю 2-3, ну, скорее двоим красными игроками. Первый мне понравился, как открыл стол. Мне непонятно, как можно было выделить пятого как самого адекватного. Ты говоришь, что это я к шестому игроку. Ну, и да, и восьмой сказал, что 7-2 красный. Я думаю, что мы разберемся там после проверки голосования. Пока моя красная команда 1-2-3-9-10. Единственное, хочу сказать, что в своей речи отметил, вот, да, у него был прокол, на мой взгляд, по пятому игроку, но вы сказали, что у вас была там тяжелая валидольная игра. Ну вот на один круг я там выдам вам кредит доверия, да, к шестому игроку. Пока что 1, 2, 3, 9, 10 я играю, 2, 3 попили. И у вас, Бори. Спасибо. Высказались все игроки. На голосовании 2, 3, повторяю, 2, 3. Приготовились. Голосуем по игроку номер 2. Спасибо. 5 голосов и 5 голосов получает игрок номер 3. По 30 секунд каждому. Игрок номер 2. Мой 10 игрок больше игрок красный. Я бы проверил игрока номер 7, но номер 9 не сильно подозревал. Вы меня выкинули за неправильное обвинение, я пытался доказать, что я сказал, что я не отклонюсь от цвета первого, если он будет показывать какие-то статусы. Самый данный момент, кроме второго красного, я не видел. То есть я первый. Он говорил, третью проверить. Я ему сказал, третью не проверить. Поэтому первый лично надо не классный игрок. Потому что он говорит, проверить третью игрока, где-то здесь могут быть отстрелы. То есть я просто говорю, что если он две игры до этого был красным игроком, на восьмерке он сказал, на девятке он сказал тройку черный, сказал, будет против не буду. Варе, я номер 3 ваши 30 секунд. Так, смотрите. Кто сыграл без второго игрока? Только игрок номер 7, правильно? Ну вы. Я хочу, чтобы вы поставили руки за подъем двоих. Нас. Я думаю, второй черный видел. Если я черный, я никогда не встану, даже с красным. Поэтому мы встаем с 2, потому что вы ему игру проиграете. Вы сидите проверку 3 уже показываете. Второй черный у меня, я уверен, что он черный. Выставляю 2. Также голосуем, поднимаем. Что-то непонятное объяснил. 2 черные точно. Мя. Итак, вы сказали оба игрока. На голосование 2-3. Повторяю. 2-3. Приготовились. Голосуем по игроку номер 2. Спасибо. 5 голосов и 5 голосов получает игрок номер 3. Голосуем за то, чтобы оба игрока покинули игровой стол. Спасибо. 1, 2, 3, 4, 5, 6 голосов. Этого достаточно, чтобы оба игрока ушли. Прощальная минута. Игрок номер 2. А смотри, все, я играю красный. У меня мысли особо нет. Я думаю, что... Послушайте, пожалуйста, послушайте. Я думаю, что Трисси может быть игроком черным по простой причине. Он говорит, за команду играю, баллы получаю. Шанс у него умереть в этой игре ровно 50%. Это до балла, если считать второго игрока точно черным игроком, он никогда с ним не будет подниматься. Он посчитает с вероятностью... Он знает все победы каждого из вас игроков. Каждого. Он знает все команды. Но при этом всем человек не смог посчитать, что выгоднее умереть, оставить меня черным, получить еще кое-то черного найти, получить до балла, и поэтому я думаю, что третий игрок... Не вот, скорее. Что? Я объяснил, просто мне кажется, что он адекватный, типа, красным игроком, он понял, что он может умереть, что он оставит черных игроков, что он, если просто он умрет, скажет, снести второго, вы все послушаетесь, вы так играете. И третий может быть черным игроком. Проверьте, пожалуйста, седьмого, я думаю, это красное. Девятый, пока не поставил руку, был красным. И у вас мне сказал, в дворе. Проверьте седьмого, пятый, что-то зрение. Мы провожаем игрока номер 2. Игрок номер 3, ваша прощальная минута. Смотрите, черный девятый поставил руку на своего черного третьего. Это аргумент игрока номер 2. Я думаю, второй игрок черный, неважно. Просто между нами есть черный, и все. Вы играете в это. Игрок вы в маркет пришли поиграть, или пивасик? Это перерыв, можете дождаться. Смотрите, второй точно черный. Допустим, между нами есть черный. Он рассказал, я все просчитал. Тот, кто умрет, до балла не получит. Если я был в отстреле, у мафии может быть промах.
Второй черный ушел, да. Ушел. Если у мафии mm-hmm. будет промах, математическая победа черный не сможет дать черного. Поэтому я решил встать. А даже если меня убьют, я оставлю второго. Проверил бы, кто красный. С этим сложнее. Вы все сыграли с два, он черный. Вы все с ним по факту сыграли. Мне не показался черным пятый, он выставил два сразу же, он не вставлял бы свою мафу, поэтому мне кажется красный пятый, мне кажется шестой не очень черный. Как-то так. Вот. Вот, проверил бы первого, наверное, бы проверил. И у вас в аре. Спасибо. Да, мы работаем с уважаемым игрокам в городе. Ну, типа, второй сказал, проверяюсь я. Ну, это странно. Типа, mm-hmm. что дает моя проверка, я на тот момент подумал, yeah. это неадекватно, поэтому я думаю, что второй скорее черный. А, ну, то есть, реально, моя проверка вообще ничего по столу не давала вообще. Поэтому я думаю, что девятый будет красный, который показал, что третий красный правильно, я увидел. А, кто среди 5-1? Второй черный? Кто про кого проверил? Нет. Пять черный. Просто бесполезно, вы должны это понимать. Пятый? Пятый поигрался 1-2, у кого-то более слабая позиция. Давай, ну, красный проверим, пятый черный, я шериф признался. Моя проверка хорошо. Бесполезна, тогда вы не шериф, моя проверка бесполезна на этот круг. Ну серьезно, кого она, какие цвета она дает? Пятый я подозревал, да, это же. Вы шериф? И у вас? Что мы верим? Варе. Да, аплодисменты не продолжаем. Игрок номер 2 спрашивает у игрока номер 7, какую позицию с кем вы играли. Игрок номер 7 не дает никакой позиции по столу. Я думал, что он шериф. Да? Может такое быть? Он вообще так дипломатически сыграл, что его проверяют в принципе. Зачем? Это, блин, пустая проверка, это подарок, чем мы смотрим. Для меня больше игрок номер 3 черный, чем номер 2. Вот как это ни странно звучит. Потому что с игроком номер 2 сыграло больше количества за этим столом, чем с игроком номер 3. И вот это вот с собой забирает джедайская фигня, забирает с собой красного игрока, который просто красный, а он знает уже 3, уже попал. Вот я его выкинул в команду, вы выставляете там 2, идете на этом поводку ведетесь. Короче, вот как-то вот так. Что? Кто шериф? Пока у нас один шериф. Проверка. А, вы уже скрылись тоже? А, не видел. Ну, сидит рядом, не видел. Я только туда смотрел. И кто у вас? Один черный. И у вас? Представляете, как номер один? Один принято. Время номер 5. Ваша минута. Хорош. Ну, смотрите, я там покосял второго игрока на прошлый круг, но потом же еще говорят. Я его выставил, потому что, ну, я знаю, что шериф я, между 2-3 шерифа точно нету. Мне бояться нечего, потому что шерифа сломают или что-то еще. Выставил второго, ну, третий игрок, он же сильно, он захотел поговорить со вторым. Он его, я допускаю, я, может, мог ошибиться там во втором, но третий сказал, второй черный. Потом второй поговорил, назвал меня подозрительным игроком, потом сказал, что у него и девятый может быть потенциально подозрительным игроком, где девятый поставил руку за, ну, решающую шестую руку, поставил за подъем игроков 2-3. И под, ну,
Поэтому мне второй игрок, который еще назвал меня подозрительным, был явно чернее, чем третий игрок. Поэтому я посчитал, что я ошибся, и, скорее всего, черные между 2-3, если есть, то это второй игрок. Третий попросил на проверку первого игрока, я пошел, проверил первого игрока, как попросил третий игрок, который для меня более красный игрок. Значит, что за проверка седьмого игрока? Вообще поняли, с кем сыграл седьмой игрок? Вот даже второй выкрикнул, с кем сыграл седьмой? Что дает проверка седьмого игрока? Вообще ничего не дает. Восьмой сказал, 6-7 вместе красные игроки. Что за проверка седьмого? Кто-то позицию седьмого знает? И у вас? Никто не знает. Я не хочу, там, ты мне пока. Нет, я шериф, не будем сидеть сейчас, значит, объясняю. Проверка 7, у меня логика следующая. Восьмой сыграл только 6-7. Перед засыпанием мне показал первый точно черный. Если я проверяю 7, я однозначно играю с 8, который сыграл с двумя красными игроками, против первого. И тогда я еще и убеждаюсь, что восьмой красный не ошибся в цвете 7, который не сыграл ни одного. Ну, то есть не было команды, не было позиции, ничего. Поэтому у меня логика. Проверка 7, 8 красных, играем против 1. Логика не сработала, первый красный, но с 8 все равно играть будет. Стреляю 5. Мне кажется, между 9-10 есть черный игрок, несмотря на то, как вы поговорили. Я лично свою руку бы не ставил. Второй в последний момент показал, что он сидит. За это я поставил, но особо не агитировал, просто чтобы не спалиться. Поэтому думаю, там второй черный, тем более он забивал проверку 7, 7 красный, проверка слита. Вы игрок номер 9, мне подозрительнее больше, именно за то, что вы поставили. Вы игрок, который может умирать. Лучший ход вам не дадут доставить после того, как игроки станут. Поэтому вас подозреваю больше, чем 10-го игрока. Если 4-й кат. А 4-го я именно проверю 4-го. Что у вас? Номер 8, ваша минута. Не так. Немного не так. Может, вы не врете. Я показал, что между 1-10, один черный есть. Между 1-10. А не то, что первый черный. Вот. Вообще актуально, вообще, ну, у меня назвал так красным, актуально, если, допустим, мы играем в ту версию, что между 2-3 сидит черный игрок. Все с этим согласны? Я вот к этому веду. Значит, надо голосование свободного делать между 8-10 те люди, которые не поставили за подъем двоих. Mm-hmm. Поэтому я и пришел к выводу, что, ну, один может быть, а десятый тоже не поставил руку за 2-3. Кто поставил? Я думал, сам третий поставил. Было 4, 5, 6, 9 и 3. Я правильно посчитал? 10 не поставил. Поэтому я и говорю, что 10 может быть черный в этой игре. 10 секунд. То есть, если мы играем в версию, где 2, 3, между 2 3 и черный, свою руку поставлю 10. Поставляю 10 на голосование. 10 принятом. Спасибо вам. 9 ваши минуты. Проект номер 4. Кого вы подозреваете? 10. Вы сыграли 1, 2. 3 уходя сказал, можно проверить 1. 5 говорит, первый проверенный черный. Вы посмотрели, если вы ставили 1. Вы думаете, что кто черный? Подождите. 10. 3. А если 10-3, тогда и 5. Потому что 6 скрывается шрифтом, а у 5 первый проверенный черный. Но он играет раз в полгода. Стреляю 4. 3 принято. 4-4. Да, ну, третьего нет за столом. Я его. Вот. Мне кажется, что 6 шериф, но первый может быть черный. Я вот думаю, снимать ли первого игрока или нет. Почему? Тоже хороший вопрос. Ответа нет. Ответа нет. Много вопросов, мало ответов. Так, ну, во-первых, объясню, почему я не поставила руку за поддержку двоих. Моя рука была бы мотивирована, потому что я сыграла 1, 2, 3, 9, 10. Я сказала 1, 2, 3, потому как 2, 3 не против пилиться, там, помириться и так далее, я посчитала их скорее красными игроками, и смысл мне ставить руку за подъем. Но при этом, после того, как третий попросил, поставьте, пожалуйста, руки за подъем, поднимите меня со вторым, второй точно черный, я спрашиваю второго, ну, поговори, пожалуйста, по столу, то есть не просто там третий на калькуляторе, а что ты считаешь дальше? У второго была нулевая позиция абсолютно. Четвертый игрок, нулевой круг, сыграл только с игроками 1-2, без третьего игрока. У пятого почему-то, если второй у вас уходит черный, у вас, ну, должны быть претензии к четвертому игроку. Правильно? Правильно. Ну, мне непонятно, почему восьмой постоянно против меня играет. Ну, нам нужно сейчас с шерифами определяться. Я по второму игроку, вот потому что скорее третий ходил красный, у меня, ну, шериф не скорее. Выставляю игрока номер 5 на голосование. Значит, все сейчас проголосуют 5-го игрока, руки на стол положили, послушали аргументы.
Игрок номер 5 на нуле сыграл с игроками 1, 2, 3. По просьбе третьего игрока выставил второго игрока, поставил руку за подъем 2, 3. Игрок номер 5 после этого рассказывает, что достал карту шерифа. Сыграл 1, 2, 3, проголосовал за подъем 2, 3, первого пошел проверять. Тише. Вы должны это помнить лучше всех, потому что вы сидите на четвертом номере, он сидит сразу после вас. Он вас выбросил, сыграл 1, 2, 3. Первого проверил, 2, 3 поднял. Красавчик, пятый игрок. Точно шериф. Играйте в его версию или 2 в 2, или 3 в 3 скоро. Первый черный игрок у вас, игрок номер 9, выставляю 9. Выставляю игрока номер 9. Первый черный игрок, почему, не знаю почему. Если вы красный игрок, просто понятия не могу, просто не могу понять, как найти вас красным игроком. Сейчас снимается пятый, шестой игрок идет проверять девятого. Я не шериф, седьмой вскрыл пятого, пятый показал первый черный, сказал, что я шериф, чтобы посидеть, мне вскрылся шестой. Шериф 6, я не шериф, просто потому что я думаю, что может быть критика, сказал, что я шериф. Пятый черный. Господа. Прикручиваем тональность и нормально разговариваем. На голосовании 1, 5, 10, 4, 9. Повторяем. 1, 5, 10, 4, 9. Приготовились. Голосуем по игроку номер 1. Спасибо. 3 голоса. За номерочком не ставьте. Голосуем по игроку номер 5. Спасибо. 4 голоса. Голосуем по игроку номер 10. Все. 4, 5, 6, 7. У нас всего 7. Все голоса разошлись. Игрок номер 5. Ну, если нету 3 в 3, какие 4, 10, просто супер играете. Значит, 9 игрок говорит, я думаю, что 5 игрок черный. 9, речь 9 игрока. Думаю, что 5 игрок черный. Я говорю, я спрашиваю, эй, Франклин, почему 5 игрок черный? 6 сыграл 3, 4, 5. Вот цвета были 3, 4. Вместе красные игроки. Третий ушел, сказал, пятый игрок красный, первый игрок черный. Да я вижу, что ты поставил. Ты сыграл против меня, он потом первый такой, выставляя 9. 5-9 вместе черные игроки. Пейте пиво, игрок номер 4. Значит, если игра продолжается, думаю, черная команда 1-2-6. Все. Игрок номер 8, вы молодец, вы правильно определились. Вы же 9-го считали красным игроком. В чем дело? 9-й у вас же красный. Так голосуйте с 9-м игроком. Проголосуйте, вы сыграли 1, 2, 3, третий сказал, мы будем вставать. Если они хотят вставать, третий игрок хочет вставать, я уважаю мнение третьего игрока, он считает второго черным, я подниму их. Мы кричим, и у вас время, мы аплодисментами провожаем. Я вам показываю, что вы вдвоем могли попилить стол. Нормально, чтобы они еще раз поговорили. Не надо этого делать. Так, подождите, я вот сейчас пока сидел, но я понимал, что я стреляюсь. Я вот о чем подумал. Предыдущий круг, вот 9-й круг, сказали, что 6-й, ну типа может быть шерифом, но первый все равно может быть черным, вы сказали. Вот что я подумал. Так у 6-го первого... Если бы 5-й не нашел первого... Я рассуждаю, не... пожалуйста! Не перебивайте игрока. Он сказал, что 6-й может быть шерифом, но первый тоже может быть черным. А у 6-го первый проверенный красный. А 7-й? А вы вскрылись просто. Вот, все, Нет, давайте так я вам скажу. Ну, по-любому сейчас снимут первого. Да. Нет, между 2-3 сидит черный игрок. Между 2-3 все сказали, сидит черный игрок. И к пятому идете вы. К пятому идете вы. А он свяжет. Кому проверить? Все, а дальше вы будете, кто-то из вас, решать на угадать. Первого. Запакуйте, пожалуйста, первого. Время. Мы аплодисментами провожаем игрока. Этот круг начинает игрок номер 6. Стой, 9. Значит, 9 я не могу. Это третья шерифская подряд. Это, ну, то есть, если я буду видеть, что вы идете не туда, или вы не понимаете, грязи не видно, что там было в предыдущих играх, еще что-то. Есть игровые аргументы. Я шерифом не собирался ставить руку за подъем 2-3. Я поставил только после того, как второй игрок сказал, что он посидит. Вы это видели? Я это видел. За это я поставил. А пятый игрок шерифом получается. Третий говорит, пусть 2 поднимется. Все говорит, пожалуйста, выставляй 2. Это пятый шериф. Ты понимаешь разницу между мной и пятым?
выставляю 9. Напомню тебе вчерашнюю игру, вам вчерашнюю игру, если вы игрок красный. Вы больше были склонны к правильной версии, что первый шрифт. Но сказали, безопасно, еще что-то там. Вы понимаете, что если вы склонны, допустим, или вы там, что я больше шрифт, вы можете умереть, оставить завещание, на которое, допустим, четвертый игрок забьет, или наоборот. Поэтому сейчас у меня 9, который получается, он же понимает, что он должен стреляться часто, если он красный. Он поставил руку за 2-3. Сильные игроки после введения нового правила, тогда лучший ход нельзя ставить после подъема двух игроков, не ставят руки за подъем двух игроков. Это мой аргумент на прошлый круг. 9-й после этого сказал, я красный, а первого все равно нужно снять. Это речь тебя. Стреляй 9. Ты, Хантер, я думаю, что ты проиграла игру, уже проиграла игру, стреляй 1. Потому что ты сказала 9 красным. Я голосую в 1. Как можно снять 5? 6 сказал, 5 сказал самую лучшую речь. Это сказал игрок номер 6. После этого, когда подняли 2-3, где со мной обязательно есть черный, потому что если черный 5-9 и 8 игрок умер, игрок номер 4, это я вам объясняю сейчас, игрок номер 4. Игроки, послушайте, смотрите, 5, 8, 9 проголосовали игрока номер 1. Было такое? Игрок номер 4, ну посмотрите на меня, ну вы засаживаете игры каждый, через игру засаживаете игры. Красный не могут найти черных игроков. Я вам объясняю вещи элементарно, вы смотрите в потолок, носите колбасы, пьете пивко. 5, 8, 9 проголосовали в 1. 8 красный, если черный, только 5, 9, потому что любой третий черный игрок, если за стол, не выиграл 3-3, правильно? Правильно, значит сейчас уходит игрок номер 1. А если черный 3-5, 9 или 2-5, 9, я не выставлю вторую кандидатуру своего черного, не поставлю на шестую руку за подъем. Элементарные вещи, даже объяснять ничего не нужно было. Мя, разговариваем спокойно. Номер 10, ваша минута. Послушайте, господин Франклин, я на ноль посчитала вас красным, потому что у меня с вами совпали акценты вот по вот этим всем игрокам. Ну, вы не хотели поднимать 2-3, а потом поставили руку за подъем 2-3. Первый на своей минуте объяснил, что он увидел скрытие и прикрыл шестого игрока. Вот. И после этого вы почему-то хотите сносить первого игрока. Хотя вы на ноль сыграли точно так же против пятого игрока. Давайте так, смотрите. 1-6 у нас команда черная на столе, я красная. Вы у нас последний черный в версии, там кто-то между 2-3. 5-9, правильно? Нет? Ну я неправильно считаю? Вы считаете четвертого черным? Нет. Ну он вместе с вами руку поставил с пятого игрока, значит четвертый красный. Ну соответственно сейчас, ну безопасно выносит первого игрока. Нет? Хорошо, я и еще раз вас послушаю. Это безопасно, но потом решение будет только на одном человеке. А у вас второй фол. Смотрите, это безопасно сейчас, а потом что может произойти? Фол, выкрики, технические поражения, кто-то передумал, кто-то что угодно. Давайте просто безопасно закончим версию. То есть аргументов просто более чем достаточно. Вставляю 9. 9 на нуле начал говорить... Я шестого заподозревал, потому что у меня пятый такой черный, что жить не могу. А шестой пятого не проатаковал. А сейчас у девятого пятый шериф. Но он же говорил это, вы за это его красным посчитали. Девятый сидит, у него аргументов нет. Кроме того, что вас оскорбляет почему-то. У него, он там говорит какие-то, он кричит, какие-то нелицеприятные вещи говорит. У него других аргументов нет. Теперь, пожалуйста, не мешайте. Игрок номер 6 шериф в этой игре. Седьмой убился. Говорит, кто шериф? Пятый показывает, я шериф, один проверенный черный. Шестой мне подмигнул. Я показал, что я шериф. У меня, естественно, нет проверки. Я показываю, там, пятый черный, седьмой красный. Он говорит, ладно, я не хочу это делать, шериф я. Если 1-6 вместе черный, зачем ему это делать? Пятый же шестого не проверил. Он же не проверил. Пятый шестого не подозревал. Зачем он скрыл? Баре. Номер 4, ваша минута. Во-первых, игрок номер 9, прошу действительно умерить это все, потому что это очень некрасиво, то, что вы делаете, я за этим столом. Вы знаете, вот так людям просто вот это вот весь кайф от мафии просто ломать, это во-первых, да? Я поэтому в мафии так и вот за столами, которые засиделись, не особенно люблю играть. Тем более, меня попросили, потому что человек просто не смог приехать, я запасной игрок, просто я даже не планировал играть. Меня тут он покрывает, потом он покрывает, что я пиво пью. Думаю, третье пиво, хорошо. Знаете, я обычно не пиво пью, я могу и что-нибудь другое выпить. Я просто с вами не буду играть, потому что для вас это шериф, а для меня это не шериф, потому что он по нулю выставляет игрока на попил, по нулю, шериф. Знаете, я в мафию тоже чуть-чуть как уже играю, я не играю много, я играю там и здесь, но он для меня не шериф. Я проиграю лучше другому шерифу, у которого вы не в команде. 2, 3, 5, 9, где-то там вот, команда черная. Ну, лучше бы ты реально пивко там пил в зале, а не здесь. Ага. Первый фон. 10 секунд.
Спасибо. И стекло. После того, как было сделано замечание, игрок, он больше его не пил. Итак, на голосование 9-1. Сыграем на продолжение. Франклин, второй фол. Повторяю, 9-1. Приготовились. Голосуем по игроку номер 9. Спасибо, 3 голоса. Франклин, пожалуйста. Хантер, ты просрала игру. Нижний. Ты просрала игру, не они. Не кричите. Ты единственный адекватный игрок, который за столом. Франклин. Единственный. Франклин. Ты снял опять? Или ты снял один? Кого ты сняла? Все, ты на съеме один, не на съеме пять, ты проиграл игру. Конец, все. Ты адекватный, единственный человек за столом остался. Франклин, не кричите. Я черный, 23, зачем мне поднимать своего черного? Рио поднял своего черного. Я его выставил, просит, умоляет меня выставить, его я его выставил. Что вы играете, игрок номер 4, вообще, вас точно не должны курина даже допускать. Наверное, вы не 6 лет играете, или там... И у вас время! Вступ игра победы мафии.